И всем привет, ребят, с вами Тияк Строк Стрим, и сегодня мы будем играть в игру под названием Майнкрафт. Сегодня я вам покажу, что у меня за оружие есть в Майнкрафте. У меня есть вот такой вот сюрикен, в нем где-то 10 тысяч урона. Есть вот такой вот ножик Танто, это из КС. Есть кунай, вот такой вот кунай. Очень длинный, не знаю. Еще есть вот такая вот еда. Почему я есть не могу? А вот рамен могу есть. Так, и это я могу есть? Нет. Нет. Так, еще у меня есть вот это и вот это. У меня есть вот это вот. И есть чидори. Вот. И расенган. Да уж. Я могу вообще уничтожить любого, кто будет лезть ко мне в Майнкрафте. Просто вот так вот подойти, вот так вот прям взять вот. Мне на животных нельзя, потому что это не очень. Ну или вот таким сюрикенчиком. У меня, видите, тут от него такие вот ветровые, как это назвать, сферы его. Так что... Так, а также у меня есть чакра. И есть винт чакра. Так, Shadow Clone есть у меня. Это у меня Наруто. Еще есть кто-то. Понятно. Это мой клон, как вы видите. Да уж. Я могу уничтожить этого клона, если он мне надоест. Так, он тут не агрессивный, нету ничего. Так, ну что, иди сюда. Так, у меня вот тут вот есть Танта. Минус один клон. И иди сюда второй. Ну, а тебе. Все, уничтожили. Вот так вот. Ну что ж, думаю, вам понравился данный видеоролик. Но если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Кстрок Стрим. Всем удачи, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорой встречи и всем...